Доброе утро. Я собралась заняться орхидеями, протереть листочки уже пыльные такие. Кое-какие нужно мне сегодня пересадить цветы и одну орхидею. Хочу вам показать, пожаловаться. Я сломала орхидею. Она собралась отцвести. И вот я ее немножко вот тоже хотела пустить, как было изначально, да, чтобы она по изгибу. И неудачно развернула и отломила. Ну и вот, досадно, но теперь ничего не исправишь. Обратно не приклеишь. Не пугайтесь, это не я такая плохая хозяйка, это у нас за окнами ремонт. Вот видите, это вот стоят вот эти гирюсты. И когда их уберут, ну, я надеюсь, что уже скоро. Наверное, хоть перед Новым годом я помою окна, постираю шторы, потому что вот все это время, с августа месяца, вот эта пыль, грязь, это ужас. О цветах. Вот, так вот, эта орхидея была куплена в Икее за евро 20. Она уже у них практически на выброс шла. Знаете, такие, как у них стоит, как, которые уже завяли немножко, где-то листочки поломанные. И они потом клеют какие-то такие цветные маркеры, да, и на кассе на по цвету уже скидка. И вот оказалось, это орхидея на кассе Ойра 20. Но она мне что-то понравилось, у нее все-таки были очень хорошие листья, вот как она вот сейчас вот такая стоит, вот прям живая-живая. И она домой, я ее принесла, она у меня благополучно еще распустила дальше цветочки, отцвела, и вот собралась цвести второй раз, но мои руки, крюки. Жалко, но ничего не поделаешь. Еще у меня есть вот такая орхидейка, она тоже собралась отцвести. Когда ее принесли, она была голубого цвета. Принес муж на какой-то на день рождения, да, они, наверное, позапрошлом году. И вот она тоже цветет, но цветет она белыми уже цветочками. Я их, естественно, не крашу в голубой. И вот с появлением у нас черненького котенка у нас происходят вот такие дела. Каждая из орхидей уже полетала и побывала на полу. Это просто невозможно. Вот еще у меня будет цвести одна орхидейка. Вот у нее такой отросточек. Она цветет таким сиреневым цветом. Тоже. Но все они, наверное, скорее всего, ближе к февралю зацветут. Может, немножко раньше. Вот еще одна орхидея выпустила цветонос. Тоже будет цвести. Ну что-то вот в этом году они заслонили все солнце вот этими гирюстами, сетками. Все равно мало было, наверное, либо света, либо я не знаю. И вот они какие-то вот по одному вот такому отросточку выпустили. И вот эту орхидейку я хочу, кстати, пересадить. Вот она у меня отцвела. Это последний визитер, который появился у меня на мое день рождения в августе. Мне подарили, и я все ждала, когда она отцветет. И теперь я хочу ее пересадить вот тоже в такие пластиковые горшки, чтобы корням был свет. Уберу эти цветные. Не очень их люблю, они почему-то все разного цвета потом получаются. Невозможно подобрать, и вот хочу убрать. Еще у меня есть вот такая орхидейка. Я тоже ее купила в Лидле. Она такая зачахла, стояла. Но у нее такие тоже сиреневые цветочки были. Ну, не знаю, вот взяли и купили. И вот она у меня цветет исправно 2 раза в год, но вот только одним цветоносом, по 5, по 6, бывало по 7. Этой орхидейке уже больше 3 лет. Но почему-то вот как только она отцветает сверху, и у нее снизу же сразу же отпадает листочек. Вот тут вот сломанный опять листочек, это котенок постарался, она тоже летала. Они у меня теперь все летуньи. Ну, потом все-таки оживают и живут, слава богу. Я не знаю, мне их деть просто больше некуда, чтобы от него спрятать. И вот эта орхидея. Шторы мешает. Вот, она тоже вот такая огромная. Этой орхидеи уже больше 5 лет. Я ее дважды пересаживала, но больше трогать не буду. Я думаю, достаточно уже здесь места. Вот так вот корешочки. Я их сегодня буду поить водичкой. Вот она, кстати, собиралась отцвести. Вот здесь, если будет видно, фокусируйся. И как раз котенок ее уронил. И она ну, как бы застыла, да, заморозила, не передумала цвести. И потом вот снова выпустила. Она как раз была цветущая, вот это вот все, что засохло, это были цветы, хочу обрезать. Хотела это тоже сторону обрезать, а потом пригляделась, хорошо посмотрела, увидела. Вот здесь вот почка набухла.
И вот с этой стороны тоже набухает почечка. Может быть, будут цветочки. Оставлю. Ну, а вот это вот уже срежу. Вот у меня еще такой цветочек стоит. И вот посмотрите, что делает наша черненькая саранча. Вот это наше чудо, которое поедает и уничтожает цветочки. Да, Таиса? Вот он их подпрыгивает, откусывает. И вот эти все кусочки он выплевывает на кровать. Я уже не обрезаю, даже не убираю эти листочки. Думаю, пусть он их доедает. Соответственно, цветок тоже стал болеть. Он уже в нескольких местах его прокусил. И вот там тоже, каким образом умудряется, я не знаю. Ну, просто нереально. Если я их куда-то повыше, я пробовала убрать куда-то на стол поставить, значит, он прыгает туда. То есть он все равно охотится за цветочком. Это вот моя пальмочка. Я уже снимала видео про нее. Котенок тоже пытается, прыгает, как бы, да, но у него не получается закусить. Вот эти листочки, они вот такие остренькие края. Он подпрыгивает, но еще вроде не повредил. Где-то один пару, наверное, сломал, но еще она еще жива. Моя старушка. Вот. А пересадить я хочу еще сегодня вот этот цветочек. У него прям много молоденьких вот этих вот побегов. Ему места уже здесь не хватает, и он прям так разваливается. Я хочу сделать побольше горшок. Этот цветочек у меня тоже сегодня пойдет купаться. Я его прям ставлю под душ и мою, и пыль смывается, и он потом напитывается такой, прям все листочки распрямляются. Уже прям видно, что они такие немножко пожухлые. Ему уже пора попить. Вот, затем у меня еще есть вот такой цветок. Декабрист мы его называли в России. Здесь он называется Вайнокс кактус. Он тоже очень-очень старенький. Он переехал, наверное, в эту квартиру, появился здесь, как и мы, наверное, 9 лет назад. И у него вот прям такие уже вот прям массивные жилистые стебелечки. Вот здесь вот вы видите. И он перестал практически, он вообще практически не цветет. Вот в прошлом году, наверное, зимой он, наверное, 5 цветочков выпустил, и все. И вот такой вот он интересный стоит, и я не знаю, вроде вот он начинает, молодые у него появляются, но они со временем отпадают. То ли он болеет, горшок неправильно. Да, смотрела видео на одном канале, недавно он у меня появился в друзьях, сибирский садовод или что-то, да, по-моему, так называется канал. И там говорят, что нужно для именно этого цветка, чтобы горшок был не очень высокий. То есть где-то наполовину мне нужен будет горшок. И не знаю, спасать его, не спасать, пересаживать. Вот прям не знаю. Жалко очень. Но он был такой раньше пушистый, огромный. И вот с каждым разом он становится, вот опадают у него эти листочки. И он становится все меньше. И вот здесь на кухне, на подоконнике купила вот такой декабрист. Цветущий, надо будет его посадить в большой горшочек. Красивый цвет, такой яркий, понравился очень. Надо будет пересадить. Вот это тоже орхидея. Она цветет такими колокольчиками. И вот тоже. Она полетала, она стояла в таком горшочке, как ярко солнце светит сегодня, который керамический такой. И вот полетал горшочек, разбился в дребезги. И орхидея тоже пострадала. И вот она после падения, у нее стали появляться, видно будет или нет, вот такие черные пятна. Вот что делает наш кот. Это наша мама, моя свекровь, наша мама пересадила алоэ, дала мне, потому что мой алоэ, вот который, вот я не знаю, вот он почему-то пускает вот такие мелкие листья, кусты, и как-то не очень он растет. Хочу другой, пересажу. Побольше тот, когда прирастет, приживется, пересажу в другой горшок. У меня есть еще вот такой цветочек. Ну, обыкновенный вьюн. Такой просто для зелени стоит. Вот там еще один. И вот там сверху еще вот такой цветочек. Ну вот все, я вам показала все свои цветы. Поделилась я своей печалью с орхидейками. Очень-очень жалко, что отломился цветонос, но ничего не поделаешь.